Свои таланты показали воспитанники из детсада для глухих детей. Накануне Дня инвалида там прошел утренник. Такой же, как и в других детсадах, ведь они ничем не отличаются от своих сверстников. Они также любят танцевать, играть и побеждать. Будем те умелыми, сильными и смелыми. У нас в садике сейчас 48 детей, сейчас 49-е оформляется, по плану 40. У нас есть 17 детей из области, остальные детки из города. И у нас есть трое детей из АТО.